триумфом вернулся из Вены новосибирский спектакль «Три сестры». Актеры «Красного факела» приняли участие в театральном форуме «Венерфестфохен». На одном из самых крупных и престижных фестивалей новосибирцы отыграли 4 спектакля. Постановку вспоминают участники мини-гастроли. Они показывали в культовом месте Вены, в музейном квартале. И сцена там больше, чем в «Факеле». Но все технические службы отработали отлично. Для фестиваля сделали немецкие субтитры. И венская публика, поначалу чопорная, была покорена. После каждого спектакля актерам аплодировали стоя. А вышедшие в газетах рецензии изобиловали словами «сильная постановка», «актеры блистают», «невероятно энергично». Постановку сравнили с музыкальной партитурой. После небольшой передышки актеры отправятся на другой форум. «Три сестры» уже ждут на Платоновском фестивале в Воронеже. Экспертные мнения наиболее важны для этой публики. Это очень важно, что потом появится в прессе, как оценят профессионалы. Профессионалы оценили спектакль очень высоко, и очень ценили высоко актерские работы, в первую очередь. И это очень для нас важно, потому что театр теперь, театр узнали, да?